Всем привет, ребят! Еще раз, ну что, я показал вам героя в действии. Теперь время прокачать его, сделать ему эволюцию, прокачать ему скилл, посмотреть, что герой все-таки сможет, ну, с такой более-менее нормальной прокачкой. Действительно ли он будет топовым в PvP-локациях? До этого мы тоже дойдем. Так, окей. Золото у меня, как обычно, нет. Сейчас мы быстро это исправим. Ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите, как шатают моих. Обкуслили. О, вот оно что, вот где это воскрешение. Когда идешь, ты типа можешь резнуть в бой, в рейд, отлично. Я думал на битве гильдий. Возможно, и на битве гильдий это тоже будет использовано. В принципе, вот 20 самиков. Удобно, я вам скажу. Реально очень удобно. Тратить самоцветы. Самое то. Так, ладно, не буду я, конечно, заморачиваться над самыми. Делаем ему эволюцию. Надеюсь, у меня какашек тут хватает. В принципе, если что, есть слизни. Так, вот наша эволюция. На нем стоит ремочка. Давайте я сразу его подкачаю так, чтобы уже сделать на максималке потом. Максимальную эмблемку поставить, то есть восьмую ремку, чтобы мы уже оптимально могли видеть, что он может. Вот так вот он на эволюции выглядит. Ну, не знаю, мне его анимашка, честно говоря, не особо прикольный, конечно, но, видите, медленный очень. Такс. Какой-то он такой непонятный, в общем. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Вот я единственное не знаю, правильно или неправильно, то, что он действительно уклонение себе прибавляет. Если да, то реально смысл есть его действительно на PvP-локацию делать с уклонением. Так как он автопрокер, делать ему нормальную домашнюю сборочку. В общем, это мы сейчас проверим. Давайте ему десятку сразу качнем. Ну, давайте тут с Бастом изначально потестируем. И буду я дальше выкачивать. То есть такой вот средний вариант сделаем. Сейчас единственное, прокачаем просвет. И пойдем его потестируем, посмотрим. Ну, видите, его будут сливать, в принципе, как и всех героев. Этого никуда не денешься. Вот привычка уже, видите, каждый раз воскрешает, но сейчас уже с этим, к счастью, проблем у нас не будет. Можно будет просто идти в локацию, и они будут резом воскрешаться. То есть там написано на битве гильдии, на волнах. Я не знаю, конечно, зачем на волнах. Написано, что так тоже будет и на волнах. В общем, посмотрим насчет этого. Так, сейчас, ребят, секунду. Делаю вам все оперативно, поэтому постараюсь сейчас вам еще. Так, отлично. У вас будет. Следующий обзорчик. Ну, в принципе, как видите, вот таким образом мы нашли. Возможно, еще битву, ну, гильдию, точнее, прокачают здания. Они у меня, скорее всего, не прокачанные. Ну, я не могу, точнее, их прокачать. Сейчас зайду еще в хаб гильдии. Но нету пока зданий, я не вижу. Написано было, что ведут, но, к сожалению, как видите, у нас, как обычно, пишут одно, реалия совсем другое.
Так, теперь мы можем поставить восьмерочку. Отлично. Такс, ну давайте его еще апнем. Десяточка. Вот такая вот сборка у нас. Давайте сделаем. Давайте вообще не будем пока трогать аугментацию. Просто пробежимся вот здесь. Думаю, он уже должен держать урон. Я на 8-10 забежал. На драконах посмотрим. Ну, он автопрокер. Конечно, ремка здесь нафиг сейчас не нужна. Но вот такой вот он урон автопроком наносит. А, блин, у меня смотритель опять. Я понял. Я вас понял. Так, смотрим. Ну, первая эволюция, 10-й скилл героев сливает. Молчание кидает, и причем нормально кидает его. Реально очень круто будет смотреться на PvP локациях. До этого мы тоже дойдем. Посмотрите, что он чудит. Чудесно. Вот в плане молчанки реально очень круто. То есть это сразу PvP-шное, то, что он автопрокер. Это еще один большой плюс. Однозначно это будет один из топовых героев на PvP локациях. Ну, в общем, вот как-то так. Действительно неплохо. Такс. Теперь давайте сделаем ему агментацию. Пойдем на ту же самую арену, потестируем его там. Думаю, будет интересно посмотреть, что он там будет нам выдавать. Ну, есть смысл, думаю, его собирать на урон, но опять же, отражалка. Тут вопрос, как с отражалкой он себя будет показывать. Но опять же, новый талант есть, который тоже реально очень крут будет. То есть тут надо все нюансы будет учесть. Ну, пока я ему крит поставлю, то есть такое на урон. Уклонение тоже, в принципе, ему надо, атака тоже. В идеале, наверное, надо будет его собирать на уклонение. Скорее всего, ну, сделаем вот такую вот сборную солянку. Мы пока его тестируем, как обычно. Потом я уже что-то топовое ему прикручу. Надо разобраться будет еще с новым талантом, что он может, что он сможет. Очень интересно будет посмотреть. Ну, пока тестируем, скажем, такую обычную простую сборку, которую смогут, ну, по сути, сделать большинство. То есть первая эволюция, аугментация, ничего там заоблачного нет. И потом я уже докачаю его и сделаю. Сейчас посмотрим обзорчик на всех локациях. О, отлично. Вот так вот. На атаку. То есть давайте посмотрим, что у нас получилось по статкам. Ну, относительно, я вам скажу, неплохо. Атака, конечно, такая средненькая. Скорость атаки у него обалденная. То есть по скорости атаки он реально очень крутой. Вот Бугич. То есть меньше секунды. Ну, конечно, не Ронин, но выше среднего однозначно по атаке. У черепа вообще 600. То есть неплохо. Скорость бега у него средняя. Ну, по жизни сейчас посмотрим. Ну, как Ронин на второй эволюции. Вот так вот. Давайте побежим на аренку. Сейчас посмотрим там.
уже на первое эво из-за аугментации. Надо было, кстати, оставить наших обидчиков. Тут еще плюс смотритель, так, командора. Ну, блин, круто. Реально круто срабатывает. Тут ему на PvP локации однозначно ремка нужна. Либо рунами, либо талантом. Ну и все, видите, и дальше он просто бесполезный. То есть он чисто против героя нереально крут. Я думаю, и на дефе он будет неплох с воодушевлением, так как он автопрокер. Почему бы и нет? Давайте ради интереса сейчас поубираем героев и сбегаем на волны. Плюс-минус будет показатель той же самой битвы гильдий. Только мы ему поставим воодушевление. Вот такая вот сборка у нас будет. Это понятно, это рановато. Давайте вот волну, да, посмотрим. Вот он сработал. Ну вот видите, на юнитов скилл его не работает. Скилл работает только на героев. В принципе, это очень хорошо. То есть, по сути, юнитами вы его никак не отвлечете. Это реально будет жесть на битве гильдий, потому что он будет молчанку на героев накидывать. И причем нормально он будет на героев накидывать молчанку. Так, я так понял, что эту попытку мы просрали. Поехали еще разок попробуем. У меня башни надо, чтобы немножко как-то поближе забежали они все. Так, отлично. Ну что я могу вам сказать? Это действительно может быть имба для битвы гильдий. Да, он не сливает юнитов. Как-то юниты как-то странно бегали только что все. Да, он юнитов не сливает, но он сливает героев. Вот это немаловажно. Так, надо, наверное, сюда панчбокса вешать. Потому что он очень долго их бьет. Мне нравится это. Я вам скажу, с новым талантом это нереально круто будет. Так, он добьет или не добьет, или опять зависнем. Ну, в принципе, самое основное мы увидели, что он реально крутой герой. Давайте волну посильнее возьмем. На PvP локациях против героев. То есть на битве гильдий реально с ними, я думаю, будет очень много проблем. По крайней мере, первое время. Вот посмотрите, что он делает с героями. Вообще песня. Мне это реально очень нравится. Единственное, надо будет подумать правильную сборку. Это нереально круто смотрится. Молчание. Это самое то. Автопрок. Жестко, ребят, это реально жестко. Ну, убили у нас тут. В общем, я задумался, честно скажу, задумался над битвой гильдии, что он реально там будет тащить. Поэтому весь предпосыл к этому есть.
Посмотрим уже дальше. Я прокачаю дальше. Сейчас покажу вам уже его на максималке. В общем, пишите в комментах, что вы думаете. Но нереально он крут. Посмотрим. Все. Пишите комменты. Всем удачи. Всем пока.